сегодня я хотел бы поговорить о любви и ненависти. Особенно актуально это в последнее время, когда мир, особенно наш мир, наполнен, мир вокруг нас наполнен огромным количеством ненависти, которую одевают во всевозможные одежки братской любви. Я бы хотел поговорить, и может быть не один раз об этом. Любовь и ненависть. Что такое любовь, что такое ненависть? Вообще я уверен, что любовь и ненависть – это две стороны, по сути, наверное, одной и той же медали. Человек, который любит, он просто обязан ненавидеть. Человек, который любит, не может не ненавидеть. Писание говорит, 96-й Псалом, 10 стих, написано, что «любящий Господа, ненавидьте зло». Если мы с вами любим Бога, то мы будем ненавидеть негативные вещи. Посмотрите, как Бог относится к злу. Он ненавидит его. Бог, любящий людей, он ненавидит злое. И для нас с вами очень важно понимать это. Очень часто мы пытаемся избегать каких-то негативных чувств, переживаний, боясь, что само по себе вот это негативное, оно каким-то образом будет влиять на нас. Но Бог говорит, что любящий его должен ненавидеть зло. Это очень важно. Потому что любящий мир, он ненавидит Бога. Помните, дружба с миром – это вражда против Бога. Это очень важно понимать. Нам не стоит быть такими, знаете, облизанными христианами, которые обо всем говорят исключительно в таких вот обтекаемо непонятных, слащавых словах. По сути, не только не разделяя, но и будучи в оппозиции. Поэтому я думаю, что любящие Бога христиане, они должны выражать свое отношение к злу. Мы должны ненавидеть зло. В противном случае ни о какой речи о любви к Богу идти вообще не может.